Сегодня 20 июня 2019 года, и мы приехали в районе Маратей, чтобы подняться к статуе Христа. Вот здесь парковка платная, здесь есть мини-бас. 1 евро подъем до статуи туда и обратно. Здесь такой мостик. И вот виды прямо на море, на горы. Мы сейчас поднимаемся. Ну и вот она, статуя Христа во всей красе. Море Киренское, островки, катера, горы, остатки старого города и храм Святого Власия. Какие потрясающие виды открываются с площадки на море, на горы, на окружающую природу. У подножия горы Святого Власия расположен вот этот городок Маратея. А вот и сам собор или церковь Святого Власия, который стоит 1500 лет уже здесь. Если иметь в виду то, что у его основания есть храм Минервы, то и все 2000 лет. Святой Власий – это святой великомученик Власий Севастийский, мощи которого сюда привезли из Армении, и они так и остались в этом храме. И это было в 8 веке. Самая ценная реликвия в храме Святого Власия – это святые мощи, конечно же. И вот здесь за алтарем расположена серебряная фигура, бюст Святого Власия, который является покровителем города Маратея, и каждый год, накрытый красной материей, он выносится в город для празднования Дня Святого Власия. Вот мы поднимаемся по ступенькам к статуе Христа и видим прекрасную природу, море Теренское. Горы. Статуя сделана из бетона и определенного сорта местного мрамора. Когда-то раньше, когда не было статуи, здесь стоял крест, но в него часто попадала молния, и решили крест убрать и поставить статую Христа. Ну вот, подошли близко уже к самым ногам Христа. И здесь видны остатки старого города, который Наполеон разрушил в свое время.